Я вот знаешь, что сейчас вот боюсь, блядь. Как бы они вот эти америкосы не догадались, блядь, не собрали бы этих опять всех вояк-то. Сталлоне, блядь, Арнольда, нахуй. Вот эти, когда они вместе этого орешка крепкого, блядь, кого там еще, нахуй, ебаный, вот если их сейчас вот они додумаются собрать, то нам точно пизда, нахуй. Я не знаю, этот Майкл Дуглас-то или кто, он вроде в России тут. Знаю, может, хоть он за нас пойдет. Хоть еще шанс какой-то будет, блядь. А так не знаю, если там не соберутся, это пиздец.